и продолжаем выходить в пешке. Death Stranding. В общем, берем заказик. И делаем все, что нужно. Всем подтвердить, взять, получить. Я добавила в твой ПХК убежище от дождя. Оно поможет тебе и твоему грузу остаться сухими, пока погода не улучшится. Окей. Воздушный транспортер — это что-то вроде тележки. Хиральные кристаллы позволяют ему висеть в воздухе и двигаться над пересеченной местностью. Ты можешь положить в него груз и везти к месту назначения с минимальными усилиями. Прикол. Если одного не хватает, его можно подцепить к другому и взять оба. Не забывай, для работы транспортеров необходим запас хиральных кристаллов. Которых у меня нет. Следи за тем, чтобы у тебя их хватало. Стоп, блин, это обратно. Контейнер наполнен сжатым вулканическим газом. При разгерметизации газ начнет вытекать. Класс. Что грозит бедой тебе и всем, кто рядом. Поэтому нужно всячески избегать повреждений. Возьми побольше ремонтного... Если... Да грузи, сколько мне можно грузить? Сколько меня можно грузить? Сколько меня можно грузить? Остановитесь! Вы... Пиздец! Как я, блядь, должен всю эту хуйню нести? Отправиться? Как эту хуйню расцепить? Вот эту, которая на мне, блядь. Воздушный хуюшный транспорт. Не, ну это ебануться, блядь. Теперь побрас... Вот это мне похуй на прогноз погоды. Ты... Ты че похуй? Да блядь, иди, пожалуйста, нахер. Как эту хуйню активировать? А, блядь. Что я сделал? Я погрузил. Че, блядь? Положи ты свою эту. Да все, убрать. Охуеть. А ну-ка, цепи. Нихуёк, мусорок. Так, воздушный коптер. Ты-ка, иди-ка выгрузить. Подтвердить. Стоп, а мне сидеть, да, как правильно, наверное, надо было сделать изначально. Ой, а можем все понести? Так, а если... Есть идея, конечно. Твердить. Окей. Что ж. Сначала ты. Пожалуйста. Потом ты. И все типа... Вау. Прикол. Сэм, нужно больше хиральных кристаллов. Отправляйся и поищи.
Да, вижу. Когда найдешь достаточное количество, иди на место и приведи базу в порядок. Так, ну прям идеально все это самое. А куда нам идти вообще? Стоп, куда нам идти? Боже. Нам зона строительства базы. Нам еще туда как бы. Ладно, пойдем туда сразу. Оружие разрешено. Пиздец, ёб твою ж матерь. Ебать, как это трудно будет. Блядь, это же надо аккуратно. А они просто не летают, типа. Она летает хуёво. Ты за пизду, блядь. Так, нам по прямой, да? Нам всё. Ты вроде ничего не должен помешать. Вроде, так. Но хоть не точно, конечно. Не понимаете, я думаю. Так, еще раз. Нам двигаем. Окей. Ага, вижу. Не, разобьется все будет быстро. Не разбейтесь, пожалуйста. Спасибо. Кстати, с Factory прям похоже очень, как сейчас это выглядит. Да, ты на месте. Давай строить базу. Ты готов, Сэм? Сначала возьми свой ПХК и выбери пункт база. Так. Фига. Реально база прям. Приколдесно. Сэм, так не пойдет. Это база тоже. Нужно больше хиральных кристаллов. Если у тебя их с собой нет, да будет. И доставь к базе. Сколько нужно хиральных хиралов? Я, конечно, это, ну, сколько нужно? Блин, а где их взять-то? Предсказывать погоду — это как предсказывать будущее. У некоторых животных есть шестое чувство, позволяющее им избегать опасности. Но у нас есть кое-что получше — способность собирать и анализировать данные. Только люди обладают возможностью строить планы. У нас есть способность ежедневно представлять себе, каким будет завтрашний день. И наше воображение когда-то позволило создать богатую, яркую культуру. Но где-то, по ходу дела, мы утратили картину будущего. Да. Мы превратились в животных, которые живут только сегодняшним днем. Да. Как сказано, а? Что? Чтобы нам учить хиральных хиралей, нужно самих по себе, в принципе. Там радуга. Пора валить. Возможно, она, конечно, вызвана этой штукой, но вряд ли рисковать я не хочу. Хотя вроде база рядом, вроде не должно быть, но фиг его знает. Ой, забыл, она балансирует, да.
А что это, если мы, построим, это будет прям база-база, или... Не знаю. Если будет прям полноценная база-база, то это прям охереть как. Похоже, опять эта херня, которую мы видели вот еще раз. Ну, посмотрим. Еще был. Не вижу, не вижу, не вижу. Еще раз. Вижу, 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 вижу. А база. Ну просто реально интересно, как база работает. Если прям будет база. Ой, бля. Туда мы идем, там монстры, я чувствую, прям 100% там монстры, и дождь, там, и жопа, и туда нельзя, вот все. Строй базу быстрее, мне страшно. Ты чё, тебе хватит, сколько тебе нужно? Триста нужно. Ебать, сколько нужно тут. Охереть. Чё так много? Обычно есть материалы для изготовления снаряжения. Кроме того, они пригодятся и для построек. Но количество запасов всегда ограничено. Печально. Лимит можно узнать на терминалах. Ой, так. Я же вроде выбрал всю эту херню. А, это надо самому, типа, нажать вот так. Материалы, да, вот, все точно. 2400, отлично. Довольно краб. Стоп, да, это прям база, прикиньте. Вау. Сколько тут, в принципе, не так много осталось, на самом деле. Только найти херовые херали соточку еще и все. Ну, там с запасом беру, конечно, 194 хватит, но... А так по 23, ну в принципе не так думаю, что много их займет. Тем более, тут разраб стопудово должен был накидать, да, их. Так, там хиральная сеть заканчивается. Херово. И херали, не вижу особо. А, ну прям передо мной. Отлично. Блин, все, 120, так, ну еще немножко. А, нет, стоп. Нет. Нет, да. Нет, да, 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 все. Или нет, или да, или все, или нет. Вот эти запасы нужны. Стоп, там сколько? Там 300 или 400? Я не помню, сколько там всего нужно.
После чего у нас уже хватит запас. Если на сотку, а если нет, тогда нет. А что за эта граница там вообще? А, там просто ничего, да, конец карты. Сердечко, смотрите, сердечко. А, нам сюда стоп-рос нужно, нам сюда стоп-рос будет нужно пойти, это не просто так сделано. А, блин. Как вот эта херня тень, тоже не просто так все. Тут вроде ничего нет. Ну, короче, скоро мы сюда пойдем. А, это что? Ну, сюда, видимо, тоже. Не, сюда вряд ли, но, короче, вот сюда... Где это сердечко, блин, сраное, где оно? А, вот сюда точно нужно будет пойти, ну прям вот стоп просто, говорю. Я думаю, что довольно скоро. Что сделал? А, ну, убери нахрен ПХК. Я на клину нажимаю. А, ну вот еще есть. Давай, нажимай на где. Так, ну, это самое. О, игра. Все-таки, ой, музыка, игра, блядь. Так, да где я? О, как я далеко. Все-таки нет, это правильно я сделал, правильно я сделал. Ой, радуга-дуга-дуга. Это плохо. Красивый песик. Опять от Лоурара. Красивые песенки. Мне нравится. Все-таки, ну ладно. О, все, достраиваем. А, ну конечно, нужно выбирать, это почему-то, ну ладно. 94 все-таки надо было. Ну, давайте смотрим, что за базар. База, это именно кусочек такой, основной, где мы можем жить, будем. Прикол десно. Мы можем спуститься. Спасибо, Сэм. Эта база принесет огромную пользу многим людям. Я не только о курьерах, что будут останавливаться здесь по пути к метеостанции, но и о людях, которым они помогут, и тех, кому помогут эти люди. Мы все связаны. Ну а тебе выпала честь первым отдохнуть здесь. Да. Ну, прикол ДС, ну, прям такая грандиозная постройка за такое малое количество ресурсов относительно, ну, это прям... Какого хватило на постройку такого огромного помещения? Там бетон, не бетон. Сколько же надо там всего вообще? Не знаю, как это работает. А откуда вот эти микросхемы? Откуда все это такое умное? Кроватка откуда? Чё? Ну ладно, короче, не будем сильно... Это самое. Фигурок нет. Ой, там изменилось. Слушайте, это самое... О, видишь, четвертую стену опять сломал четвертую стену. Кошмарная битва.
Окей. Ну он прям четвертую стену ломает, вы видите? Вы просто видели это? Что это? Давайте будем первым, кто посыт здесь. А, нельзя? Нельзя. А, можно. Можно. 104. Он давно не писал. Заслуживает. Много, да, в этот раз. 9 штук. Это наша новая экс-граната. Номер 1. Она так называется, поскольку в ней содержится выбранный экстракт твоей мочи. Мило. По сравнению с первым вариантом, в этой экс-гранате концентрация твоих жидкостей выше, что должно сделать ее более эффективной против тварей. Когда ты будешь пользоваться туалетом у себя в комнате, мы будем собирать исторгнутую жидкость и производить новые гранаты. Так что не волнуйся, запасы не иссякнут. Как-то так. Прям не хочется уходить, так хорошо здесь прям. Конечно, не так, как в базе, но хотя бы так. Че там, ББ, че ты орешь? Алло? Говорят, что ты орешь, дурачок. Окей. Уходим. Наступит время потише. Ой, блин, я пропустил. А вот, не, она будет. Вот так выглядел мир сотни миллионов лет назад. Был один большой континент. А это... Знаешь что? Луна. Луна. Скоро я покажу тебе настоящую. Обещаю. Ага, станция на Луне. Класс. Нормально так. Перед тобой откроется целый мир. Сможешь отправиться куда захочешь. Хоть на Луну. Бэйбэ. Прикольно, только здесь не полная, конечно, эта база, тут не хватает пару вещей, а так в целом более-менее. А ведь можно как-то улучшить там ничего? А, слушайте, нет, это самый терминал же есть, тогда можно посылки отправить. Да, слушайте, нет, полноценно, мне, в принципе, тут этого достаточно даже. Доставляю груз. Класс. А что за снаряжение? Поздравляю, Сэм. Твой ПХК, так сказать, поднял уровень. Теперь ты можешь возводить более сложные постройки. Мама тебе расскажет подробнее. Сэм, в твоем ПХК теперь есть схема базы. Это довольно большая постройка. Так что тебе понадобится много времени. Еще мама ее называет, точнее, ребенок. Но зато она практически заменяет личное помещение. Попробуй. Класс. У меня чудно бесконечно эти материалы были. Прям был бы класс. Ну, это не знаю. Давайте сделаем, один сделаем.
Так, окей, переработочку. Стрелять не хочу идти, окей. Можно задание на маленькое? Спасибо за ваш вклад. Ну, монстры будут, правда бы такая. Ну, кто ничего эту хрень может и еще делать, я не посмотрел, там не особо не запарился. Ага. Хера себе мостик. А, мост полезная вещь, кстати, мост полезная вещь. Угу. Ну, слушай, прикольно, прикольно. Приколдес. Ремонтный спрей, та-та-та-та-та-та-та. Ну, забавно, забавно, что ж. А, фига, наверное, можно удерживать. А давайте пробанем, слушайте. А, реально. Прикол. А если просто? А если так, то... Ну ладно, да, ладно. Есть разница. А сейчас нам куда, в общем-то? А, черт. Так, еще раз отметочку поставим. Ой, тут можно... А, нет, ой, нет, нам сюда. Oh shit. А, только в ремонте? Ладно. А, видимо, мозг сработал тогда, когда мы должны были туда пойти. Просто мы тупанули и пошли в обратную сторону из хиральных кристаллов. Скрипты не так сработали. Там сейчас вот должна была играть эта музыка. Ну, блин, что поделать. Да, типа кроссовки такие вот, все зашибись. Мы сломали игру опять. Я смотрю на игры с Open World, там, Cyberpunk последний, вот 2077. Вот это вот Death Stranding. Банальные скрипты. Банальные скрипты, ничего не меняется. Я тоже делал open world игры и по сути ничего нового не придумали. В Киберпанк, конечно, больше деталей, но они меньше проработаны, но там еще красивая атмосфера, вот я только ради атмосферы играл, там прям красота лепота. Здесь просто отдохнуть. Сюжетка здесь, вот я здесь только ради сюжетки, поэтому... Именно, точнее, поэтому меня бесят все трудности моей и без того нелегкой доставки в этом мире, потому что я здесь ради сюжета, а не ради какой-то еще фигни, не отбиваться от монстров, это меня не здесь не интересует. Только сюжет меня интересует, именно здесь. А в основном я обычно люблю париться, но не в этом, это не в этом случае, вот стоп, не в этом. Я думаю, что-то слева есть какая-то непонятная штука. Ладно, думаю, пройдем это. А, давайте еще вот так. Давай загрузимся. Сделать нам больше нет. 265 килограмм. Фига себе, мы прокачаны. А ну, врубайся, спидран. Речка, черт, речка. Давай еще один. Бля. Херня.
Не, не упадем. Не упади, не упади, не упади, не упади, не упади. Так, все, отвались все вы. Эй. Блять! Стоп! Что? Это и есть их база. Ебать. Пиздец, это что за тачка? Это буквально тачка. Блять, это реально тачка. Пиздец. Ебать, там реально машина. Блять, вот машина это стрёмно. Машина это стрёмно. Гони нахуй. Пиздец, а что здесь так опасно-то? Ебать, как здесь опасно. А мне куда? Блять, мне куда-то туда. Не, ну охереть у них маршрутики прям, скажу вам я. Вот и уже здесь. Нихера себе, блядь. Все, они отвалили? Сука, и машина с нами ехала, вы прикиньте. А сейчас отвалили. Я в шоке. А это уже наш фриджайл? Капец. Они очень близко с базами, они охерели. Или бы они сговорились с этой базой, но они прям охерели. Груз проверен. Спасибо. Не, вроде наш фриджайлский. Не, ну офигеть, реально офигеть. Я в шоке. Безумие. Ты двое, офигеть. Вначале Амелия была нам близким другом. Она ценила то, что мы делаем, и помогала нам восстановить ферму. Мы долго ждали шанса подключиться к сети. Давай-ка глянем на эту твою пшеницу. Ну надо же. Это все нам? Серьезно? Да. Как тебе это удалось? О, ты Четыре. Молодец. Да. Там левитейтинг, там буквально написано. Окей, гуд. Ну, по-моему, должны сейчас уровень повысить, да, если не ошибаюсь? А, еще это доставился. С, ну такое. Кстати, ты Фрэнша случайно не знаешь? Если увидишь ее, передай сообщение от нас. Скажи ей спасибо, что спасла нас. Конечно, передам. Если бы не она... А южные узелы нашей фермы были бы стерты. А так, типа, там чувачки у вас кошмарят, так нормально, да? А, точно, сеть. Сможешь нас подключить? Конечно, хавайся. И, конечно, могу телепортироваться тогда. Ой, как мы близко к этой самой концовке-то. Сэм, за тобой ведь бывало гнались мулы, обнаружившие твой груз, да? Чтобы предотвратить такие ситуации, мы улучшили твой сканер грузов. Допустим, тебя пингуют. Если правильно выбрать момент, то можно отправить им тем же. И отменить их импульс своим. Прикол. Они ничего не узнают, а ты сможешь идти дальше, но нужен точный расчет. Прикол. Спасибо. Вот как теперь мы извлечем пользу из темпорального дождя. Так. Наша ферма подлёт все рекорды. Они теперь выглядят более натурально. У нас есть поля для испытаний, но мы не могли предсказывать темпоральные дожди. И
поэтому результаты были не очень. Здесь темпоральный дождь шел часто, и мы представляли, когда сажать, когда убирать урожай. Но потом пришли террористы и все испортили. Слишком много трупов и кратеров. Погоду стало невозможно предсказать. Слава богу, сетевые прогнозы позволят привести все в норму. Если все получится, мы сможем увеличить наше производство и обрабатывать огромные поля. Мы продолжим генетические исследования, постараемся создать самоподдерживающуюся экосистему. Может, при этом мы даже узнаем что-нибудь про темпоральный дождь. Работы предстоит много, но она меня не пугает. Спасибо еще раз, Сэм. Ты подарил нам надежду. Скорее бы собрать урожай. Да, так держать, что? Сэм. Полпути пройдено, ты сможешь. Вы только посмотрите. Ты только что подключил ферму темпорального дождя к сети, а у нас уже есть заказы. Будет что прихватить по пути назад. О боже. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Окей, я могу допыхнуться? А я тут не могу допыхнуться, да? Ну че? Черт, или могу? Че здесь? Применять оружие запрещено. Я извиняюсь. Чуть катается прям, прикольно. А дождик типа им полезен, да? Ну, допустим. А можно сразу сдать? Типа заказ. Окей, нет, все, слушайте, ну, пора валить. Ну как свалить так, чтобы... Чтобы нормально было хз. Я вообще надо заканчивать, потому что время уже. Время. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был стрим. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в новой серии. Давайте. Удачи.